Дійсно смішне гумористичне шоу міста. Так називають глядачі легендарний дніпровський кавун. На 21-му році життя проект пережив реінкарнацію, з чемпіоната перетворився на лігу. Тепер кавун має грошову винагороду – 10 тисяч гривень та зіркове журі. Експертами у гуморі обрали шоумена Павла Костіцина, інтерконтинентального чемпіона світу з боксу В'ячеслава Узілкова, учасника гурту «Авіатор» Ігоря Войвудського та капітана команди «Стадіон Діброва» Володимира Мартинця. Осіння ліга «Кавун» вже відбулась, і як символічно, кубок уїхав на батьківщину «Кавуна» у Херсон разом із командою «Ніс». Воно й не дивно, весь колектив – дипломовані актори. Насправді гра була сильною. Інші учасники з Харкова, Запоріжжя, Дніпра, Києва та інших міст наступали на п'яте переможцям. Тому пропоную подивитися найсмішніші моменти. Далі без коментарів. Сьогодні ви станете свідками битви за осінній кубок Ліги Кавун. Битви за 10 тисяч гривень. Битви на виживання. Привіт, Дніпро! Город, где не люди разводят мосты, а мосты разводят людей. На дворе 21 век. В КВН можно играть даже на айфоне. Собака в парке Глобы. Что вы думали? Я в Украину не вернусь. Время ошибки, да, это, ребят, вы опережаете время на самом деле. Вы панкуете не по-детски. Вот на самом деле, как вымерли динозавры. И эволюция за миллионы лет многое изменила. История нашей эры, история вашей эры. Гепард наш период, гепард ваш период. Отопительный сезон наше время, отопительный сезон ваше время. Все вы знаете, что Днепр – это культурная столица Украины. Так представьте, двор. Ребенок играет в классике. Пушкин? Есенин? А, спасибо. Салтыков-Щедрин? Случай на Днепровском ЖД-вокзале. Жаль сказала, что без квитки я вас у поезд не пустил. Женщина, послушай! Послухай меня ты! Я сказала, что без квитки в цей поезд ты не зайдешь. Да послушай! Да послухай ты! Я тобі сказала, що в поїзд без квитка ти не зайдеш! Та є у нас білети! Да? Да? Я тебе все одно не пустив. Почему? Потому що я в дверях застряла, понимаешь? Ножки Буша, девочки, это классно. Я женский юмор не очень, но вы били руки. Это, мне кажется, хороший обман для того, чтобы мужики возбрялись потом. А чтобы победить в городе Днепр, мы выбрали песню, с которой Израиль победил на Евровидении. Я хотела идеальное тело, дочки ела, но я не похудела. Она в день 5 шоколадок съедает, но по весам, увы, не набирает. Попал в такой вечер университетского КВН, так тепло, здорово, по-доброму, что ли. Спасибо огромное, ребятки. Чем занимаются охранники ЭТП в ночную смену? Спасибо огромное. Реально, это был... Вы
хороший уровень. Они первые победители лиги Кавун. Осенний кубок достается нашим гостям из города Херсон. Ну и, конечно же, 10 тысяч гривен ваши, друзья. Громче, давайте поаплодируем! Это же Херсонский, вы что? Конечно. На самом деле, вроде ничего, но по факту два раза поесть. Заковырочка, мы эти деньги в Днепре и потратим. Да. Они останутся здесь, они в Киев не уедут, а в Херсон тем более.